А, ну-ка, хай. Что, ты про Новый год празднуешь? Ты что, Джин, какой Новый год? Я целыми сутками на комбике на самом рублюсь. А зачем тебе очки, а? Да вот что-то глаза совсем замутагенили. Ничего не вижу. Муха-муха, зачем тебе такие большие зубы? Это чтобы Игорь хорошо пережевывать. Джин, а что у тебя с пальцем? А? Куда это ты его пихал? Ты понимаешь, муха, зацел у меня палец и руль, а он закрылся. А у тебя почему голова перебинтована? Ты понимаешь, Джин, руки болят, просто отнимаются. Ничего не понимаю, при чем тут ноги? А при том, что следующие игрушки, их нужно очень быстро уносить. Она называется Enemy Infection. Приятный сюрприз для всех поклонников XCOM. Наконец-то появилась игра, в которой мягкое и удобное управление. Очень реалистичный живой звук и, самое важное, захватывающий сюжет. Единственное нудное в игре, это то, что постоянно приходится таскать за собой мешки с трупами. Множество зон боевых действий приятно радует разнообразием пейзажей и очень яркой и красочной графикой. А развитие и ветвление сюжета не дадут ни на миг оторваться от игры. Русская версия заметно облегчает интерфейс и сам игровой процесс. Так же, как и в Апокалипсисе, вы управляете своими агентами и стреляете из разного рода оружия. Например, дистанционный пульт, огнетушитель и даже лак для волос, который, кстати, желтого цвета. Мощные картинки на обложке диска просто заставят вас приобрести его в торговом доме Time. Просто мясная игра. А ты как думал? Я вот целыми сутками влюбился. Даже экзамен по математике завалил. Да это еще что? Вот если бы ты получил такой сборник, как у меня, с 7 играми, такой вот прям уж мозгодробильный, и ты бы не только экзамен дал, ты бы всю сессию завалил. Представляю сборник новейших хитов номер 2, но так как вы знаете все игры, кроме одной, я про нее и расскажу. Всем любителям Терминала Велосити и подобных хиталок посвящается Fatal Abyss. Все как и там, только под водой. Три корабля и куча новейшего оружия. К тому же, вокруг бесконечное множество врагов. Реалистичный рельеф подводного мира и потрясающие световые эффекты. Что еще может быть нужно? Потрясающая графика и хитрый сюжет игры заставляют вас надолго засесть за комп. Поиграв в эту игру, вы станете участником подводных битв и воочию убедитесь в передовых компьютерных технологиях. В общем, вы не ошибетесь, если в нее поиграете. А теперь поговорим о призе, то есть о диске, который вы получите, если ответите на вопрос, как называется пятый эпизод игры Enemy Infection. А призом был Tomb Raider 3 для Sony PlayStation. Как вы уже заметили, все сегодняшние игрушки были на писюке. Муха, смотри, конец. Где? Где? Да вот он же он. А, конец. Пока. Пока. Новая реальность.